иду по целому, можно так сказать, шоссе в Косуль. Навряд ли здесь одна ходила. Ну даже если одна, то проходила раза 4 или 5. Вот строго по тропе идут. Также там раньше встречал Лёшки ихние. И в лесу, кстати, стало темнеть. А сейчас только 2 часа дня. Покушать шашлычок на фоне лесного озера. Вообще лепота, ребят. Так что все, кто будет принимать пищу вместе со мной, приятного аппетита. Птичий парик. Это просто нечто, ребят.